Привет, друзья, подписчики мои. Итак, проект Апокалипсис, да, который она анонсировал, анон анонсировала уже пару недель назад. Ну, неделю там с чем-то прошло. А, к сожалению, друзья, случилось страшное. У меня закончилось вдохновение. Да, такое бывает. А, это связано еще и с тем, что я вот этим вот огромным набором, который я создал, ну, ворота и пристань, а, я задрал очень высокую планку для всех и для себя в частности. Потому что действительно, оказалось, хочется создать а, большое количество ну, там, дома, я вам рассказывал. Но действительно это делать очень сложно, когда ты имеешь настолько уникальную, великолепную постройку. И достраивать по кускам тоже особо нехорошо. Поэтому я убил два дня, я сидел думал, было Лего, я сидел думал, и у меня получилось вот это. Вот это. Но это совершенно слабо, абсолютно отвратительно, и это не то, чего и вы ждете от меня, я, я жду от себя. К тому же гораздо проще было бы, наверное, мне не анонсировать и сразу показать результат. Но как бы я не, ну как бы я решил анонсировать, потом уже сделать результат. Получилось, на, не надо было анонсировать. Короче, я типа и вам наговорил и себя как бы немножко подвел. Вот, и как-то я это дело забросил. Но это связано еще и с... Я не оправдываюсь ни в коем случае. Мы вернем, восстановим, все продолжим. Рано или поздно все вы увидите. Но это связано еще и с тем, что... У меня нет деталей, ну, то есть, как бы я в эти наборы вбухал огромное количество крутых, там, и цепочек, и решеток, и всего, и бежевых, и коричневых деталей, и сейчас такая ситуация, что пойти просто купить набор деталей оказалось невозможным. То есть, да, и сейчас вот есть проблемки небольшие. Вы знаете, что за проблемки. Вот. А, но я не отчаивался. Я хотел, потом подзабил. У меня там были планы еще на контину, пока тоже не реализованы. Вот, к сожалению, пока я вас подвел, подставил. Но я прошел Resident Evil 3 ремейк. Я сейчас начал проходить Resident Evil 6. Ну, как бы, которая старая, 13-го года. И я стал смотреть э, фильмы «Обитель зла». Э, посмотрел вторую, посмотрел первую, посмотрел третью и увидел там мою любимейшую сцену из всех апокалипсис фильмов где э, сначала идет за Элис сцены, где она там попадает в логово бандитов с собаками. А вторая сцена с автобусом, которую я безумно обожаю, где шесть машин в мире апокалипсисов, в пустыне Невада, бог пойми где, едут, и как бы скоро им предстоит драться с зомби. Вот, я подумал, блин, а чё бы мне не переделать мой автобус? У меня эта идея была с покупки этого автобуса. И фишка этого автобуса, дамы и господа, в том, что, как бы вам объяснить правильно, что этот автобус был обманом. То есть меня Лего серия Hide and Side дико обманула. И она выпустила этот автобус. Я думал, вся. И он офигенно, он поразительный. Если просто посмотреть на детали. У него открываются две двери здесь. Здесь одна пушка, здесь вторая пушка, здесь такая штука, здесь дверь стеклянная, там собакин. А здесь вытаскивается задняя часть. И все это смотрится просто офигенный и на awesome. сверху он пушки для игры понятно детали фигурки интересные и все круто автобус фантастический пушечный стоит так там три вам по скидке можно найти я думаю вот я давно хотел его переделывать но естественно вы понимаете что лего почему я снимаю очень мало роликов вообще почти не снимаю ролики на канале лего требует огромное количество времени то есть помимо основного канала Uh, у меня есть еще канал с игрушками у меня были просто мероприятия турниры по байблейду ой, раз фокус пошел Uh, эй, камон, вернись, фокус, вернись, братан, вернись. Вот, у меня есть другая работа, которую тоже мне нужно делать. Вот, поэтому времени нету. Я безумно поражаюсь каналом и Lego Crazy Motion, и Lego Мэн, потому что, поверьте мне, их просмотры не дают тех денег, на которые можно спокойно там жить и покупать себе новое Лего. Нет, у ребят есть тоже другая работа, я не знаю какая, да мне особо не интересно, но я вижу, как они много вкладываются, потому что сделать обзор на набор, даже смонтировать его там с крутыми кадрами, это не так долго на самом деле пару-тройку часов там больше монтаж наверное занимает да и в принципе особо-то монтажировать а, обзор лего как бы ну зачем вот нет есть каналы большие которые типа зарубежные которые реально заморачиваются вставляют детали потом на ускоренной съемке можно можно так тоже можно у всех свои подходы а, вот но снять лего мультик со столькими кадрами в секунду сколько делают ребят просто космическая какая-то штука и еще надо к ним декорации сделать Огромный кусок работы, поэтому, ребята, я безумно уважаю. Вот, и, соответственно, я бы как бы, если бы у меня не было работы, было много денег, я бы мог пойти купить любые детали, любые наборы, я бы себе купил тонну лего, сидел бы там у себя, не знаю, где-нибудь в особняке, была бы такая возможность, и собирал бы лего, выпиливал ролики бы ежедневно просто по 10 роликов. Но такой возможности, естественно, нету. Ни у кого, я думаю. Хотя, наверное, Варлорд, все-таки у него богатые родители, которые покупают ему любой лего и покупали лего ему, которого даже в России не то чтобы не продавалось сейчас, а вообще не будет продаваться. Ему покупали эти наборы, и он кайфовал, тусил и всякое такое. Короче, к чему весь этот мой монолог, мой пятиминутный, к тому, что я решился все-таки переделать этот автобус. Я решился его переделать, и я попробую сделать его в стиле зомби, потому что он великолепен для hide and side, но есть нюансы, хотя у него очень мало нюансов, даже какой-то пыльный весь я его переделаю, полностью переосмыслю этот набор. И, что хотел вам показать сегодня еще, Лего а, Мастер уже переделал этот набор, это было 7 месяцев назад, сейчас я вам покажу, сейчас только экран разверну, подожди, а, переделывал данный набор несколько месяцев назад, и вот что получилось у Лего Мастера. То есть, вот, смотрите, да, вот этот автобус, и вот скриншоты с его канала. То есть, вот такой он сделал. Так, еще, вот такой у нас вид сбоку. Uh, вот такой, да, соответственно, вот такой. Вот такой. И вот такой. Задний. И вот еще вид сверху. Uh, что сделал Лего Мастер? Давайте посмотрим повнимательнее Во-первых, uh, сейчас давайте, какого. Тут даже кадра такого общего нет. Ну, короче, давай примерно вот этого кадра. Что он сделал? Он. Во-первых, он растянул вот эту часть. Она изначально сделана на 4 пина, он сделал, или даже сколько здесь пинов, раз, два, три, четыре. 4 пина он сделал на 5, колесо не вмещалось. Убрал заднее, оставил заднее колесо, поставил переднее большое колесо. Он добавил огнемет, добавил переднюю вот вот штучку черную, которая поднимается, да, опускается. Добавил здесь как бы поручни для фигурок. Офигенная, кстати, реализация, украду у него. Вот, и добавил кучу обвесов. Сверху он поставил две пушки, мы их видим прекрасно. Вы видите, вообще расфокусилось опять. Вот, и с самого верха он поставил а, кучу а, припасов. Вот такая штука у него получилась. Модель хорошая, достойная, отличная модель, прекрасно сделана. И причем он сказал, что это не финальный вариант, потом буду переделывать, но прошло 7 месяцев. Ролик так мы не увидели с переделкой. Может, в мультиках было, я мультики не смотрел его. Вот такая штука получилась у него. С одной стороны, сделано безумно круто. Но с другой стороны, э, очень все сделано просто. То есть, типа просто решетки, просто здесь решетка, там решетка, здесь решетка. Никаких интересных элементов в плане решеток потому что можно было бы взять, например, ну, не знаю, вот такие палки, из них решет как-то сделать, там, связать веревками или еще что-то. Можно было попробовать. Попробую я это реализовать. А передняя часть у него получилась довольно крутая, довольно крутой такой бульдозер, который расчищает зомби. Но я подумал, что у него она просто блочная, и чтобы ее поставить, ему нужно переразбирать конструкцию. То есть ему нельзя просто взять ее и снять, приходится ему переразбирать конструкцию. Это грустно, это грустно, и он так и не понял, типа оставлять или не оставлять, так и не определился. Я предлагаю сделать ее подъемной, чтобы она была для тарана зомби, но при этом можно было бы ее поднять и как бы загнать там, допустим, этот автобус в, в гараж, например, да, или можно было поднять ее, чтобы она еще, например, защищала вот здесь вот. То есть она же, когда автобус с ней, она опущена, он как бы шкрябает по, -по, -по асфальту, поэтому приходится ее поднимать, а у него такой функции, она как бы у него есть, но при этом она все равно до конца у него не реализована. Хочется поднять, мне кажется, чтобы она прям поднималась, прям наверх забрасывалась или защищала пушку сверху. Далее, он э, сделал большое колесо спереди и расширил, удлинил, да, немножко носовую часть. Это круто, но что если я удлиню на два колеса, то есть я возьму задний, останется здоровым, как и, на, как и было, а вот передний можно растянуть еще больше морду и поставить два колеса. Попробую это реализовать, потому что я вижу вот в этом месте, ну, понятно, что все пушки, ракеты все это будет убрано я вижу что в переднем месте можно поднять кабину сделать там какой-то отсек для хранения дополнительных припасов это мне кажется будет очень круто далее а, он сделал как он сделал получается вот две пушки сверху две пушки сверху при этом а, отсек где заходят ребята он реализовал как бы с двух сторон но это маленький потенциал считаю недостойный и с одной стороны у меня будет вход, с другой стороны будет пушка. Также две пушки сверху я уберу, потому что я хочу в заднюю, вот эти вот припасы у него нагромождены, я хочу их поставить в заднюю часть и пушку оставить только спереди. Или же наоборот сделать их, наверное, больше как спереди. Не знаю, пока посмотрим. Плюс у него место в салоне не сильно реализовано, там мало припасов, мало инструментов, можно было бы сделать что-то еще. А также можно сделать что-то еще все-таки снизу, потому что здесь достаточно много интересного пространства, которое можно реально использовать можно поднять что-то и там перемудрить, сделать что-нибудь снизу интересное. Вот. Ну и, соответственно, решетками все заколочу. Просто посмотрим, какие это будут решетки. Либо это будут лестницы, либо это будут двери от дверей, двери от дверей. Вот. А либо будет что-то еще. Посмотрим. Сверху, естественно, будет стоять пушка. Однозначно будет стоять какой-то мини-ган. А, этот самый, который, знаете, в вестерн. Не мини-ган, а как это, забыл, как называется. Пулемет, пулемет какой-то, короче. Сделаем сверху, поставим здоровый пулемет. Вот, а, потому что две пушечки, ну, мало, 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 я считаю. Хотя, с другой стороны, кому как, у всех вкус и все свой. И огнемет мне безумно понравился, огнемет, возможно, тоже реализую, возможно, где-нибудь сзади, сбоку, или что-нибудь, я с ним придумаю, 100%. Вот, друзья, поэтому а, начинается переделка автобуса Лего Хайденсайд под зомби апокалипсис. Пиши в комментарии: у тебя сейчас есть реальная возможность помочь мне а, его улучшить. У меня в ссылке в описании есть группа. А, ну, она, как бы, для бейблейдов, но вы туда тоже можете накидать, я, наверное, создам какое-то обсуждение для лего-фанов в группе. И вы можете туда спокойно. Вот ролик выходит прямо сейчас, записываю прямо сейчас, и вот прямо сейчас иду, сажусь, снимаю, реконструирую эту машину. Вот, вы можете писать в комментариях, что вам интересно посмотреть в ней. Как можно какие-то фишечки применить. Может быть, может быть, пойти еще дальше сделать вообще тотал двухэтажный автобус. Лего-мастер на это не решился. А может быть нам сделать двухэтажный автобус. Дальше я хочу еще сделать. Сзади у него тоже теряется место. Я считаю, что такое огромная махина. А места мало, да, казалось бы. Можно сделать здесь прицеп для еще припасов. Вот эта странная часть с дыркой. Ну, тоже я реализую. А, будет, будет круто. Вот как было. то здесь ноутбук какой-то. Вот. Поэтому а, пиши свое мнение в комментариях относительно... Что за робот? Такого робота, кстати, нет в хайденсайде. Пиши, пиши, как мне набор улучшить, как мне его прокачать, что мне с ним сделать, чтобы вообще всем было интересно, и вам, и мне в том числе, какие аксессуары, какие фигурки мне использовать в этой серии зомби-апокалипсис. <coughs> на сегодня <coughs> это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока!